Приветствую всех на своем канале. Все мы знаем, что сельдерей является корнеплодом, и он имеет ярко выраженный земляной вкус. Его можно использовать как в сыром виде в салатах, также можно его отваривать. Стебли сельдерея мы тоже употребляем в свежем виде, готовим смузи, соки, причем дома мы постоянно это делаем. Но, к сожалению, я использую не так часто корень сельдерея в приготовлении чего-либо. И поэтому сегодня и завтра я хочу это исправить и показать вам два простых и тем не менее очень вкусных рецепта. Сегодня мы будем готовить обычный вкусный легкий салат из корня сельдерея с яблоками и яйцами. Итак, для приготовления нам понадобится корень сельдерея, яблоки, яйца, репчатый лук, соль по вашему вкусу и майонез, ну тоже по вашему вкусу. Для начала нам нужно отварить яйца, ставим их вариться, чтобы они были вкрутую у нас. Теперь берем репчатый лук и мелко его нарезаем. Затем очищаем корень сельдерея и натираем его на крупной терке. Также очищаем от кожуры яблоки и тоже натираем на крупной терке. Теперь в миску мы закладываем корень сельдерея, натертые яблоки. Охлаждаем яйца и мелко их нарезаем. Отправляем тоже их в миску ко всему. Дальше вы можете положить репчатый лук, он как бы идет в этот салат, но так как я репчатый лук в сыром виде не люблю абсолютно, я его ложить не стала. Теперь вы солите по своему вкусу этот салат и заправляете майонезом. И все, салат готов, очень простой, очень легкий, он прям весенний такой, не знаю почему, но вот хочется сказать, что это весенний салат, легкий. Вот, пожалуй, на этом и все, такой простой рецепт, перекладываете в салатник и подаете к столу. Если вам понравился этот рецепт и это видео, не забудьте его оценить, поставьте лайк и обязательно пишите свое мнение. А также не забывайте подписываться на мой канал, видео у меня выходят постоянно. Всем приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!